Всем здорово, пацаны, с вами Эвен, и мы продолжаем играть на сервере с Матранда номер 3. Все как всегда, и по названию, и по картинке, по превьюшке ролика, вы уже поняли, что сегодня мы будем покупать мотоцикл, так что поехали! Так, мы подъезжаем к банкомату на своей 39-й. Давайте включим чатик. На бушку вообще нету такого нормального, что сделать. Давайте снимем, наверное, 2238. Я надеюсь, нам хватит. 2 лимона тупо на какой-то модик. Но это только вушка может, больше никто. Мог бы сейчас докласть немножечко и купить Е60. А нет, Пашка пойдет и купит модик, который ему нахер не нужен. Я ему не буду вообще на нем кататься. Давайте посмотрим, вот C4 нету. Блин, вот мне интересно. Ладно, я хотел очень-очень-очень давно хотел мотик. Я его никак не покупал, потому что то денег было жалко, то еще чего. Давайте купим его. Все, или остался лимон. Да, лимон, конечно. Я его купил, мотоцикл Ducati Desmosidiki RR. Извиняюсь, конечно, за мой English, но номера вообще дичь. Бля! Чтобы сдать на мото права, объявляйтесь в мотошколу Сан-Фьера. Бля, самый неожиданный момент, что мог быть. Мы подъезжаем к этой автошколе. М2 нас такая встречает. Больше здесь вообще нету никого. Я понял. Так, автобусы, мотоциклы. 5000, ну, недорого. Я понял. В таком говне сдаем. 46 чекпоинтов, которые вообще нифига не рулятся. Так. Я не знаю, как вы, а я вообще люблю GTA 5. Именно в GTA 5 ездить от первого лица на мотике в темное время суток. Там и все приборы это, во-первых, работают. Это вообще четко. А во-вторых, там вообще качественно все. Короче, топчик. Ладно. Давайте я уже закончу этот. А. Вам тоже нравится, как колеса проваливаются, да, под землю? Вот. Нормально. Все, я его сдал. Теперь можно уже доставать свой мотоцикл. Так что давайте синий цвет. Я понял. Так. Не, смотрится четко, да? А если фары? А, не, лучше фары не врубать. А от первого лица. Че, пацаны, по катушке? Блин, а я по приколу на Ctrl нажимаю. А здесь не на Ctrl надо, а вот так надо. А стрелочки, чтобы на заднее встать. Так, куда я вообще хотел ехать? А, давайте, во-первых, заправимся на нормальный бензин. А то здесь АИ-80 стоит. Так, заезжаем. Сливаем этот. Заливаем 98. Сколько? 25 литров. Я могу даже 101 залить. Хотя нет, давайте 98. 101 это будет, наверное, следующий ролик. Подъезжаем к покраске. Он нифига не рулит. Зачем я полез? Так, цвет. Что будет, если белый? Черный? Вот. Не, пацаны, Афоня, не-не. Так. Бирюзовый. Это такой себе. Давайте еще ли вишневый. Бурдовый, типа такой. 50 тысяч! Бля, я забыл. Я привык по 10 тысяч, все. Это значки меняются. Ладно, давайте в черный их махнем. Так, уже стиль. Так, мы подъехали на
ЕКХ. Еще могу сказать, что жрет он бешено просто. Так, давайте мотоциклетные номера. В начале семерку, в конце восьмерку. И здесь восьмерку, вот так. Вот, 500 тысяч, давайте их поставим. Куда бы... ООО, все правильно. Хотя давайте не ООО, а ААА поставим. Еще сразу цена возросла. А нет. Все, поставить. Да. Номер 7778, установили мотоцикл Ducati. И у меня осталось с 2 миллионов 200 только 500 тысяч. И что Паша пойдет с ними делать? Конечно же, тратить. Так, номер. Точно смотрится на то, что блат номер, я помню, стоил 500 или лимон. Вот это точно он стоил, а сейчас они цену больше сделали. Ну и так нормально. Восьмерка под восьмеркой, кстати, сочно смотрится. Хорошо, что я не 777 поставил регион. С 25 литров, или сколько там, уже не помню. У меня только 13 осталось. И тупо доехал. Давайте по приколу заедем в винил и посмотрим, что сюда можно налепить вообще. Так. Добавить. Давайте винил посмотрим. Можно добавить, например, вот этот. Да. Бля, сочно смотрится. Если вы хотите и наберется по данной серии 30 лайков, то я могу упороться и поставить на мотик этот винил. Будет вообще сочно. Бункере.рф, короче, приехали. Что будет, если затонировать все? Например, передний, да, лобовое на... Ну, где-то на... Ну, давайте на 40. Томми нас преследует, я понял. А белый с голубым оттенком. Вот так. Да, оно тонируется, прикол. Вот это стекло тонируется. Давайте его по приколу на сотку затонируем. Вот. Оно затонировалось. Томми, походу, гелик купил, ну ладно. Вот, оно затонировалось, да, лол. Так, теперь... Точно, только прикол в чем? Почему светится только одна фара? Почему не две? Такое. На этом все, пацаны. Вот такая вот серия вышла про мотик. Если напоминаю, 15 лайков выходит следующая серия, 30 лайков набираем. Я клею на него винил. А так мотик более-менее вышел, дофига на нем багов. А на этом все, с вами был Айван, пацаны. Всем удачи и всем пока.